А мне, я тоже хотел куда-то запиндюлить. И что ты сделал? Ну ладно. Ну посмотри. Ой, даже не спрашивай, что мы построили. Это наш второй домик, это наше пристанище возле особняка. Потому что как бы в предыдущей серии мы же сюда прибежали, и мы с Катюхой, ну немножечко на секунду так раскинули мозгами. То, что все же лучше здесь переночевать, потому что вряд ли мы сможем выжить в этом особняке. Давай реально прям искренне будем с тобой общаться. Мы лохи. Голые лохи. Прям голющие лохопедины. И чтобы вы понимали, это я предложила здесь построить кровати, чтобы если мы сдохли, оказались здесь, да? Верно? Чтобы мы сдохли! Она так радостно это сказала, давай ложись спать, реально, если мы умрем, тогда мы возродимся здесь, а не у нас там дома, и будем опять бежать там 5-6 тысяч километров к этому месту. Ты ляжешь спать в этой жизни, женщина? Да, лягу, конечно, да-да-да-да-да-да-да, ой, оп, спим. Координаты нашего старого дома, Милки, Чебурака, Сашки, Машки, Наташки, Пашки, Андрюшки, Наташки, Ярика, Пипярика, Стёпы, Маргариты, Мастера, короче, всех наших детей мы записали. Ой, многодетная мы семья с тобой. И мы туда вернемся сразу же, как залутаем этот проклятый особняк, который мы искали две серии. Сейчас я вам, девушка без лифчика, предлагаю выйти из нашего дома и отправиться на наше секретное задание. Слушай, тут это, президент звонил, вот президент Майнкрафта вот этого, всего Федерации Майнкрафта, и говорил, у нас очень срочное задание, нужно срочно бежать, вот оставлять все, что есть здесь, и идти, вот. Кстати, да, я же подписчикам предыдущей серии говорил, то, что в этой мы пойдем, наверное, в шахту, потому что там нужно с вами добыть кучу железа, алмазов, у меня вот уже алмазный меч ломается, да я и хожу как голый жопожопик. Жопожопик? А я полужопый жопожопик. Что? Полужопик жопожопик. Она полужопый жопожопик, а я жопожопик полупопик. Все понятно. Короче, возьми реально, вот прям если ты не веришь, я тебе зуб коровы даю, то что, вот, которую Катя только что убила. То что с утра позвонил президент Майнкрафта, говорит, короче, Эдисон и многоуважаемая Катя, в задницу ваши шахты, в задницу ваши вот эти всякие похождения по вот этому огромному особняку, ну перед тем, как мы туда отправимся, надо выполнить вот это поручение администратора Майнкрафта, президента Южной Кореи. Поэтому... Рассказывай уже скорее, ближе да, к делу. Вот, да, ближе к делу. Сегодня мы не будем отправляться в шахту. Да, многие подписчики говорили то, что Эдисон, это скучно. Многие подписчики говорили то, что Эдисону как бы это нужно. Без шахты вы вряд ли сможете выжить. И мы с Катей подумали то, что ну действительно, это скучно. Поэтому в шахту мы не отправляемся, мы отправляемся по поручению самого президента вот сюда. А сейчас, Катя, подробнее расскажи ты, что мы будем сегодня выполнять. Какое поручение? Ты знаешь, на самом деле это секретная информация, но вы не подумайте, что вы пошли в шахту. Нет, это президентское задание. Не-не-не-не-не, даже не подумайте, сегодня никакой шахты не будет. Естественно, да, нам нужно в нее пойти, чтобы добыть там много всяких ресурсов, потом, ну, в особняке всех там забубохать, но нет. Ага, не, вы думаете, мы сейчас железо копаем, чтобы себе бронь скрафтить? Нет, это не так, нет. Просто запасы Майнкрафтовской республики заканчиваются. Нам сказали Эдисон и Екатеридзе, нужно срочно пополнить ресурсы Майнкрафтовской республики, Федерации Корейской, да. Да, Афганистана, что самое печальное, дети Майнкрафта голодают, жители умирают. И ты бы думаешь, что мы бы просто пошли и добывали бы вот какое-то там железо для того, чтобы просто выжить в Майнкрафте. Да. Мы жизнь спасаем. Нет, не для себя, ни за что. Только для народа, только для страны. Шахта, это скучно. И я полностью поддерживаю тех подписчиков, которые говорят то, что зачем идти в эту проклятую шахту, зачем вообще что-то искать, да ну нафиг, да ну, просто, как говорится, на одном... Тьфу. Ты знаешь, они сейчас будут писать комментарии, да вы просто боитесь идти в особняк. Пфу, это не так, нет, это не так, нет. В первую очередь жизни подписчиков, в первую очередь забота о тебе, в первую очередь дети. Дети — это все. Дети — это будущее Майнкрафтовской республики. Без детей нет будущего. А вот ради детей мы, Катюха, с тобой только что... Ты сказал без детей? Я не сказал без детей, я сказал без детей. Я не... Ты в смысле? И сейчас реально кто-то в комментах напишет, Эдисон опять матерится. Да никто не матерится. Нет, это просто вот игра слов. Игра слов. Игра слов. Опа, хлеб нашел, вагонетку нашел, факелы нашел, бирку тоже нашел.
По поручению, естественно, самого президента, как он нам сказал, нам хватит, ну, примерно где-то 45 железа для того, чтобы спасти Корейскую Республику. Только после этого мы сможем отправиться дальше в особняк. А шахта? Нет, мы решили сказать, и мы сегодня в шахту не пойдем. Нет, это не шахта на самом деле, это вот подземные вот запасы. Тоннели, да. Да, это не шахта, это подземные тоннели на самом деле, если вы не знали, господи, это же одно и то же, что мы несем. Кать, сейчас надо еще что-то придумать, чтобы, ну, сказать, как-то внимание подписчиков отвлечь от того, что мы на самом деле в шахте, отвлечь на то, что мы якобы не в шахте. Потому что, ну, как-то же надо реально им, ну, немножко приукрасить, что мы не в шахту сегодня пошли. Да, мы просто скажем, что это вот, ну... Как это называется? Внешний вид обманчив, обманчив внешний. Подожди, может мы им скажем то, что это виртуальная реальность, то есть на самом деле мы бегаем где-то сейчас в особняке, а они видят якобы то, что мы в шахте? Ты знаешь, мне кажется, мы уже спалились, и нам никто не поверит. Да не-не-не-не-не, пока можно продолжать врать, ну, не врать, а приукрашивать это все. Ну, потому что, реально, если мы им не скажем, то как по-другому мы с тобой сможем добыть нормальные ресурсы для того, чтобы сейчас пойти в особняк? Нас же там зарежут просто в ту же секунду. Да, знаешь, я слышала байку такую, что там кто-то ходит с топором. В особняке? Да. Кстати, да, да. Я понимаю, да, подписчики не хотят, чтобы мы туда шли. Я на самом деле, я тоже, я когда смотрю... А мы и не пойдем в шахту, зачем нам в шахту? Да не-не-не, я на самом деле, когда смотрю, ну, тоже чьи-то ролики по Майнкрафту, иногда бывает, вот. Я тоже ненавижу, когда кто-то идет в шахту. Вот прям очень ненавижу. Я знаю то, что это скучно. Поэтому надо как-то отойти от той темы, то, что мы сейчас реально находимся в шахте. Потому что мы не в шахте. О! Золото для сральника моего будущего. Так, миссия моя почти что выполнима. У меня уже целый стак железной руды для горожан, для жителей Майнкрафта, чтобы им топить печки железом. Да. Это просто замечательно. Дай, месье подписчики и миссис подписчики, у меня 60 железной руды, 8 золотой руды и 6 лазаритовые руды. На самом деле это не так плохо, как... Опа! Президент что будет такое? Президент очень будет доволен. Я только что нашел еще один изумруд. Прикинь? Еще один изумруд? Так это же то, что нам нужно. Ну, на самом деле нет, а не то, что нам нужно. Мы сюда пришли в собственности только за алмазами и только за железом. Железо мы нашли, и президент будет очень сильно доволен, если мы с тобой сможем найти хотя бы один сраненький алмаз. Но проблема в том, что я еще один изумруд нашел. Вот там далеко-далеко-далеко он выглядывает. Ты же понимаешь, насколько это, так скажем, редко. Редкость. Катюх, давай за мной. Только аккуратно, пожалуйста, потому что здесь с любой стороны может подкрасться и откусить или мне задницу, или тебе задницу. Давай, помалесеньку. Высматривай алмазы ради всего святого, пожалуйста. Хорошо, опа. Хорошо. Опа. Два изумруда. Золото, золото. Так, ну это уже не для личных целей, я, конечно, не могу говорить для каких, хотя вы так сами знаете, это унитаз. Ну, сральник, да? Сральник золотой, сральник золотой. Ага. Идем дорогой трудной, дорогой непрямой, заветных три желания. Так, ладно. А дальше? Где? А дальше я, честно, не знаю, там исполнить долг, что-то Гудвин, или возвратиться с Татошкою домой. Изумрудик! Ура, иди забирай! Я тебе предлагаю или спуститься чуть-чуть ниже, потому что, ну, поручение мистера президента сегодня нужно выполнить. Екатерина? Да? Пш-пш. Мне нужна срочная помощь. Екатерина? Пш-пш. Первый. Я на связи. Выхухоль, пш-пш, это енот, енот. Нужно подкрепление нужно, выхухоль. Я здесь, енот. Подойдите, енот. Мы нашли их! Грибочки! Ты дурачок. Ну мы грибочки искали всю серию. Ты что делаешь? Ты почему железом закрываешь? Я чем смогла, чем успела. Вылезай давай. Ребята, как хорошо. Как хорошо то, что мы сегодня сами не пошли в шахту,
а пошли выполнять поручение президента. Мистер Президент? Мистер Президент поручил нам это поручение. Сожжён дотла, пока боролся с Катосик. Я не боролся с Катосик. Это враньё. Здравствуйте. Катосик, я тебя ожидаю у нас дома. Давай, погибай, пожалуйста. Я пока здесь уже начну все пережаривать. И нам все же нужно, наверное, будет признаться подписчикам. Сейчас, подожди, пожалуйста. Вот тут вот еще последнее золото для моего сральничка. И вернусь. Хорошо. Я пока здесь покараулю пережаривающееся железо. Мы секретные агенты мистера президента. Да, пришлось сказать. Но на самом деле, наверное, стоит признаться, что мы все-таки вас обманули. Но мне кажется, вы не настолько вот глупые, да, что не догадались. Вы догадались? Скажите, что догадались. Ладно, ребят, честно, мы знаем то, что мы очень хорошо умеем врать. Мы решили прикинуться секретными агентами мистера президента Майнкрафта для того, чтобы секретно сходить в шахту, вам этого не говорить, добыть нужное количество нам железа, чтобы Кате скрафтить наконец-то лифчик, мне скрафтить... Да все. Шапку, лифчик, трусы, носки. Ну, как бы я лифчик не ношу, куртку скрафтить. И мы решили прикинуться вот так, то, что мы якобы не идем в шахту, но на самом деле мы якобы пошли в шахту. Зато смотрите, как хорошо мы туда сходили. Сейчас у нас. Давай проведем ревизию. Давай. Смотри. Давай, смотри. Опа. Я уже себе смотри, что скрафтил, и мне еще осталось шлем скрафтить. Ты молодец, но я хочу похвастаться, что я нашла. Ну давай, хвастайся. Так, лазурит. Железная руда, золото, изумруд, 7 алмазов, но это так, и 4 почти что стака угля. 4 стака угля? Да? Откуда у тебя 4 стака угля? Давай пиндюль тогда все, что у тебя есть в эту печку. Смотри, в бочку зайди, сейчас смотри, 1, 2, 3, 4. Ну почти что-то, как бы 4 полных. Ну слушай, ну реально прибыльный поход в шахту. Выкладывай все свои вот эти алмазные вещички в сундучок. Я тоже выложу твой сундучок один алмаз, который я успел подхватить. Так, золото я с собой беру, это мне так нравится. Ладно, хорошо, давай тогда я тебе тоже отдам все свое золото, которое у меня есть. 8 золота, забирай. Опа! Давно я полностью не был одет, давно мне так тепло не было. Сейчас все будет. Опа, труханы, забирай, Екатерина Выхухляцкая, и утопали! Надеюсь, тот, что нас сегодня не выдрюкают. Но на самом деле прям есть такое ощущение, что все же выдрюкают. Поэтому пошли давай. Я боюсь, если честно. Давай. Мне даже сейчас так не страшно, как на рейде. Ты, главное, держись сзади меня. Ты подставишь свою мужественную спину? Да, грудь, и грудь, и спину, и полупопье, и все, что только существует, я тебе подставлю. Могу еще кое-что подставить, но лучше такое на серии не горить. Я чувствую себя спецагентом. Так мы как бы и так спецагенты, ты это запоминай. Кать! Слушай, мы можем забрать этот фиолетовый цветуган, можем забрать горшки и посадить потом у себя дома. Как тебе такая идея? Давай пока что мы не будем забирать это, давай сначала главное сделаем. Ладно, давай главное. Вот это все равно забрал, ладно. Ой, тут так страшно, эти ковры красные. Опа! Кто-то рыгнул или поржал? Поржал такой. Опа. Здесь слышишь? Слышу. Ну, мы заберем у него всю еду, чтобы он больше никогда не жрал. Ну, знаешь, будем делать по тактике. Жрачки нет, значит, будут голодать, значит, умрут, значит, вымрут. И потом, как бы, нам даже не надо будет никого убивать. Какие-то железные двери, смотри. Подожди. Здравствуйте, ёп, ты карга старая! На, похлебалу! Подожди. Отойди. Иди сюда! Тихо. Она тебя ударила. Не. Сейчас я выбегаю. На! А меня-то как отравили. Как она меня задела? Через стену задели. Катя, кушай. Что кушать? Еду! Кушай. Опа, тут сундучок. Пронзатель 3. Уголь, порох, кость, железо и пластинка. Нифига, и поводок еще один есть.
А можно посмотрю? Смотри, смотри, но я уже все забрал. Там железные двери были, я хочу. Да, сейчас, подожди. Давай сначала сюда зайдем. Здесь опять нифига толкового нет. Кстати, подписчики говорили в комментах перед тем, как мы сюда зайдем, то что в этом особняке есть какие-то секретные сундуки. Что-то я как-то очень сильно сомневаюсь, то, что здесь есть какие-то секретные сундуки. Все как не в людей, тут рычаг есть для того, чтобы открыть двери, ты просто проламываешься. Это нормально, по-твоему? Я зашла с той стороны без дверей. Это нормально, да? Так, я просто сама. Я очень сильно сомневаюсь, что где-то здесь будут какие-то секретные сундуки. На самом деле я ничего не вижу. Поэтому вряд ли. Ладно, ребят. Ну да, тут ничего нет. Если мы нубим, если все же где-то здесь под этим столом, допустим, спрятан какой-то сундук, напишите, пожалуйста, в комментах, и мы в следующей серии вернемся и заберем это все. Игорёчки. Здравствуйте. Давай, я вот этого, ты следующего. Давай. На собака. Так, походу... Ёханый баба, чего здесь так много? Не успел застроиться, Собака! На! Сзади, скелетан! Там три скелета! Я тут Игорёчков убираю, давай. Убирай Игорёчков! Собака! На! Опа, это что такое? Мистер Крипер! Не надо, мистер Крипер, возвращайся обратно, Кать! Я тебе хочу что-то показать, иди сюда. Показывай. Смотри. Здорово, ёпты, я вас не звал. Это, походу, статуя вот этих гомункулов. Да, разбойников. Подожди. Чтобы потом нам не говорили то, что мы нубососы, я прокопаю внутрь и посмотрю, возможно, там что-то спрятано. Хотя я очень сильно сомневаюсь в этом. Как-то долго ломается этот камень. Опа, реально что-то есть! Ну-ка, стой, подожди, я хочу тоже посмотреть. Ничего не делай. Я уже забрал, там был просто один блок лазурита и все. Может быть, еще что-то есть? А прикинь, если здесь был лазурит, то, возможно, где-то в другом месте могут быть алмазы. Здравствуй. Здесь у нас что? Опа, еще одна пластинка, еще уголь, еще куча поводков, еще куча пороха. Порох я тоже буду забирать. Сколько сундуков. Нифига. Подожди. Что, реально все сундуки? Они пустые! Они все пустые до единого! Пипец! Это что вот за обманочка, да, такая? Слушай, а ты заметила то, что до сих пор нам не попался ни один вот этот разбойник, ни один маг, ни одна та чупакабра, ни одно то чудовище, которое живет, в принципе, вот в этом особняке? Мне кажется, они на этажах выше, где что-то есть. Скорее всего. Так, ладно, это последняя статуя на этом этаже. Опа, еще раз, смотри. Видишь? Ага. Забирай, да. иди забирай. А где здесь второй этаж? А вот второй этаж, смотри. Вот он прям перед нами. Я предлагаю на секундочку туда заглянуть. Возможно, здесь что-то будет интересное. Только не беги очень далеко. Игорь! Игорь номер два. Ага. Тихо. Ой, скелетончик. На! Спокойненько. Главное почаще оглядываться на... Да, на самом деле здесь ничего страшного нет. Все помалесеньку, мы идем сюда. Ляски, масяски, сколько здесь книжных полок. Заберем? Давай дальше. Не-не-не, пока нет, давай дальше. Здесь у нас. Смотри, здесь какой-то ринг. Ага, здесь, походу, это проходит наказание. Бои без правил, я не знаю. Здесь есть какие-то сундуки, мне интересно. Нифига. Так, есть! Подожди, один сундук. А, ну да, естественно, здесь нифига нет. Господи. Чё-то мне это очень не нравится. Почему у нас на глазах начало все гореть? Оно подожди, весь особняк горит! Чё за дичь? Чё за дичь? Только начинался пожар, когда я сюда зашла. Отстать! Ёпрысь, это все не как-то очень дико странно. Подожди, я реально ничего не понимаю, почему все начало гореть. Алмазная мотыга, ля, спасибо большое.
Нафига она нужна? Вот я спрашиваю, нафига нам с тобой алмазная мотыга? Да ты посмотри, он прям начинает за нами гореть, как будто какие-то сработали специально. И вверху все горит! Нам еще нужно на третий этаж отправиться, Катя! Реально все горит просто! Так, кто-нибудь объясните, что это все значит. Подожди, это знаешь, мне кажется, это как будто какой-то защитный механизм. То есть мы зашли, как будто что-то сработало, и все начало просто полыхать. Тебе ну так да, не да, кажется? Прикольный механизм. То есть давайте сейчас весь особняк, да, горит. Просто так, потому что мы зашли. Подожди, а тебе не кажется очень странным то, что за все это время мы с тобой не нашли реально ни одно существо, которое должно здесь обитать в этом особняке? Просто ни одно. Не-не-не-не. Хочешь сказать, что мы зря вообще проделали путь ради этой карты, и тут ничего нет, ёханый бабай, все просто горит! Кать, у нас остался третий, последний этаж, но я что-то пока, я не знаю, так отправляться он туда. Горит! Он горит, я не знаю, ребят, отправляться туда или нет. Слушай, все, на этом надо заканчивать, и продолжить уже надо в следующей. Так проблема в том, что если мы продолжим все в следующей серии, то в следующей серии все уже сгорит, и мы никогда не сможем отправиться на третий этаж. Ну, мне кажется, все равно нужно отсюда валить. Ты же не хочешь заживо сгореть отсюда, все. Я не хочу, как Игорь, покончить. Так, ребят, ладно, стой, давай здесь остановимся, вот здесь, стой. Я всё. Не знаю, что происходит, но происходит что-то очень... Там курица, или это утка, смотри. Не беги где? Туда пока. Вот перед тобой, смотри, в том проходе. Вот прямо, смотри. Видишь, какая-то статуя? Не беги туда, я говорю, не беги, она берет и бежит. Прости. Видишь там перед тобой? Ладно, что там внутри и почему горит этот сраный особняк, узнаем в следующей серии. Смотри, там опять эта статуя этого чувака. Все, я ухожу, все. Извините, до свидания. Страшно, да усрачки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, мы реально попали в какой-то проклятый особняк.